Итоги конкурса «Педагог года 2019» подвели на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Более 60 участников из 55 образовательных учреждений Вологды показали себя в визитке и на открытых уроках, которые они провели в незнакомых классах. Финальным стал мастер-класс, с которым также успешно справились все конкурсанты. Абсолютным победителем стала учитель физкультуры школы номер 13 Татьяна Завадская. Неожиданно, приятно, волнительно. Пока слов больше нет. У нас очень дружная команда попалась, и мы, наверное, больше помогали друг другу, чем соперничали между собой. И это очень важно, не только внутри нашей номинации, но и с другими номинациями друга поддерживали. За победу Татьяне Завадской вручили сертификат на сумму 20 тысяч рублей и главный приз – статуэтку совы. В номинации «Педагог дополнительного образования» победителем стал педагог Дворца творчества детей и молодежи Дмитрий Корзин. Диплом первой степени в номинации «Воспитатель года» получила воспитатель детского сада номер 83 «Вишенка» Людмила Зайчикова. Праздник наших педагогов, наших учителей и учителей именно с большой буквы. Я поздравляю от всей души и от имени председателя законодательного собрания Вологодской области Андрея Луценко всех наших замечательных вологодских учителей. Участие в конкурсе – это уже гордость, радость. Каждый из учителей заслуживает внимания, любви, одобрения. И я просто преклоняюсь перед вами. Проект сам по себе показал, на самом деле, единение наших педагогов. А сам проект показал, что каждый из участников блестяще раскрыл свои профессиональные компетенции. А вот предложения, наработки по итогам проекта с каждым годом, это вот так обилочка. Тот пьедестал, который делает с каждым годом наши образовательные процессы, технологии все лучше и профессиональнее. На концерте участники и зрители увидели много сюрпризов. Выступления малышей в костюмах героев мультиков, показ моды. Самым необычным стало выступление директоров школ мужчин. В конкурсах участвуют, шьют, готовят, вяжут. Если жизнь заставит, и на Луне урок покажут. Поздравляем с праздником, женщин дорогие. И сейчас устроим звездный дождь для них. Привет! Екатерина Постникова, Михаил Протасов, Вологда РФ.